Андрич, дорогие друзья, очень рад вас всех видеть. Кстати, мы уже раз заговорили о прививке, в качестве рекламы я сделал прививку, у меня антитела, так что предлагаю брать пример. Вы знаете, сейчас так символично, у нас власть и бизнес, открытый диалог, но так получилось, что в основном власть сидит в тени, а бизнес вот, на солнце вас хорошо видно. Вот, извините за такую рассадку. Надо, конечно, находиться действительно в одинаковых условиях. Андрей Юрьевич, коллеги, друзья, рад вас видеть здесь. Хорошо, что мы имеем возможность вот в таком очном формате уже встречаться. К сожалению, пока некоторые ограничения остаются, но нам осталось сделать один, но очень важный шаг, потому что снять уже все ограничения, это сделать прививки. Я, пользуясь случаем, прошу вас, как руководителей, как собственников предприятий, где работают большие коллективы, все-таки настроить людей на то, чтобы эту процедуру они прошли. Это нужно нам всем сегодня.